Значит, чтобы понимать, у нас есть главная регулировка подачи воздуха. Это вот этот винт, который в котлах, когда работают они без теплоаккумулятора, присоединяется к регулятору горения. Ставится здесь регулятор горения, цепочка, и он регулирует. Температура падает, добавляется воздух. Если мы хотим, чтобы котел горел в полном горении, то мы закладку дров делаем обычно через эту дверцу и через вот эту дверцу разжигаем. Розжиг идет снизу. И тогда идет быстрое горение котла. Быстрое интенсивное горение. Когда у нас котел разгорается, тогда мы закрываем вот эту нашу заслоночку и уменьшаем подачу воздуха. Подача воздуха снизу позволяет нам интенсивно сжигать дрова. Подача воздуха заслонкой позволяет нам дожигать уходящие газы. Этим самым и достигается чистота горения котла. Этим самым мы достигаем, что у нас не засаживается дымоход в котле.